Привет, друзья! Сегодня 5 ноября 2018 года. Отличный солнечный денек. Едем в А2. Через каких-то 5,5 часов начнется сольный концерт в Питере у моих друзей группы GSPD. Я еду туда как специальный гость. И я думаю, что мы сегодня порвем этот клуб. Будет очень круто. Сказал, что сюда едет две газели кокаина и автобус с девочками. Вот. Пока что ждем, пьем водичку, готовимся. Все, начался чек, пойдем в зал, послушаем, как там играет. Короче, мы прочекались, все нормально, настроили звук, и у нас есть пару часиков, пойдем в МАК, перекусим. На входе уже народ собирается. Да, я видел. А до открытия еще полтора часа или два. Опа, давай, давай, доминируй, унижай. Че, очередь стала еще больше? Народ реально хрена. Вот, люди уже пляшут на улице, хотя довольно холодно. Короче, подтягиваются со всех сторон. Ощущение, как будто пришли на митинг, но будет повеселее. I'm gonna go.
дышу, я туман, я один среди воды. Без никого не люблю, и тебя не прощу. Да я на тебе дышу, я на тебе дышу, я никого. Что я чувствую, а вы как же?